Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь, чтобы каникулы никогда не заканчивались! Ну что, братишка? Уф, наши братья, уф, нас ждут! Уф, уф, братан, давай быстрее! Уф, уф, это сходка всех мультяшных псов! Уф, уф, первый раз за нашу жизнь мы соберемся все вместе! Уф! Мне это нравится! Уф, уф. Да, мне тоже это очень нравится! Уф, братан, но... Смотри, а что это у них такое? Я не знаю, а давай светится. Посмотрим, это что они нашли такое! Уф. О, братья, что нашли? Рассказывайте! Мне плохо от этого! Мне плохо от этого! Со мной что-то происходит! А? Что это было? Мы что, превратились? Стихийных мультяшных псов? Уф. Похоже на то, брат, ты огненный! Он стал земляным, воздушным, а ты превратился в водяного! Что ты делаешь? Оно нечаянно, я не знаю, как контролировать! Что происходит? Блин, мы превратились в стихийных мультяшных псов! Уф. Жесть! Это просто невероятно! Уф. Прикольно! Мы стали гораздо сильнее! Теперь всем людям будет кранты! Ну что, братья, уф, рассказывайте, как жизнь! Делитесь, сколько съели людей? Как настроение? Как дела? Уф. По кайфу! Срочное включение! Срочное включение! Обнаружено логово мультяшных псов! Где Бобис и Андрюха? Наверное, на своем рабочем месте. Ай, блин, парни, как обычно, сидят в замке, как принцессы, блин. Пока до них доберешься, блин, столько времени потратишь. Говорил рацию починить, чтобы я связался быстро. А4. Б7. Блин, убил. Ты, вы что играете тут, блин, морской бой в кораблике? Срочная новость, мужики, разведка докладывает. Идите сюда, слушайте. Что такое, профессор? Ну? Короче, мужики, было обнаружено вчера логово мультяшных псов, монстров Тревора Хендерсона. Мы их обнаружили, засекли, сомнений нет, это мультяшные псы. Надо ехать ловить, по нашим данным, их около 4 особей, они невероятно опасны. Чтобы остановить и спасти планету, чтобы их остановить, нам надо выехать сейчас немедленно. Бобис, бери самые мощные пушки, Андрюха, бери всякие докторские приколюшки и погнали, блин. Окей, профессор, они там что, плодятся, что ли? Ну я не знаю, я думал, что существует всего лишь один мультяшный пес, а их 4, как минимум! Сейчас, секундочку, я парочку книжек посмотрю по мультяшным псам, секунду. Посмотри, уточни данные! Бабян, ты его хоть морской бой-то выиграл? Ну конечно, доктор Дмитрий, ну он же, блин, это... Наиграть не умеет, я его, деле. Да, я его тоже всегда дурю, всегда обманываю, всегда выигрываю. О чем вы тут говорите? Ни о чем, о псах, а, кстати, о тебе. О псах? Да. А мне, смысле, что так грубо-то? Ну давай, что там? Все, все книжки взял, можем выезжать. Ну все, все готовы? Ну? Да. Ну погнали тогда, блин. Остановим мультяшных псов. Куда их? Остановим. Остановим. Никаких их оставишь, не оставим. Никаких. Никого. Никогда. Никогда. Никогда не говори никогда. Так, парни, по моим подсчетам где-то подъезжаем. Возможно, здесь их будет логово, так что аккуратно. Опа. Давайте на чеку, максимально, если что, на контроле держимся. Команда, держимся группой. Команда. Сюда. Мы, команда, есть команда А, а мы команда... От Б. Говна. Ой! Тихо, трясется, парни! Что-то трясет, землетрясение. Это очень странно, мужики. Какая-то активность сейсмическая. Интересно, чем это может вызвано быть, а? У них тут типа что, свалку какую-то устроили? Непонятно, парни, я поехал, мужики! О! Меня засасывает! Это что, каток? Какой-то, да, непонятный. Возможно, это логово этих мультяшных псов, мужики, слышите? Давайте мы его обыщем, может быть, это спрятались где-то. Так, давайте посмотрим, если что, патроны у вас наготове? Да. Конечно, конечно. Но самое главное, парни, чтобы ничего не было, давайте я здесь попробую сзади посмотреть.
Так! Трясет, капец! Что так капец, сильно? Что за активность такая, алло? Какая-то аномальная, я пойду посмотрю, блин! А ну! О, мужики, это землетрясение! Примерно 8 баллов! Ё-моё! Капец, очень мощно! Офигеть. Так, ну ладно, смотрите, нет никаких мультяшных псов. Я пойду, наверное, посмотрю по датчикам. Угу. Может быть, обновилась информация по их местоположению, но в прошлый раз здесь показывала. Это что такое? Это лед, мужики! О! Я думал, Бобби описался. Да. Парни! Мужики! Там стихийные мультяшные псы! Как так? Вот откуда землетрясение, парни! Вот откуда! Офигеть. Вот почему трясло! Вот огонь откуда! О, блин. Это огненный торнадо сделал огненный! Мультяшный пес, ё-моё! Мужики! Нажимает осторожнее! Зараза. Бобян! Андрюха, Бобян откинулся, его вырубили! Андрюха, живи! Сейчас помогу, погоди, тут на льду катаюсь! Бубизяк, вставай! Я их отвлекаю! Там Андрюха! Сзади профессор вас бьет, этот какой-то... Андрюшка! Вставай, родной! Ё-моё, это стихийные мультяшные псы, я их всех убью! Ай, ё-моё, нога болит! Ай-яй-яй-яй, больно! Профессор, вы в порядке? Ты? Ух, да, парни, вы меня оттащили сюда, что ли? Оттащили и откачали, очень много крови потеряли, профессор. Это что, действительно были стихийные мультяшные псы? Огненный, водяной, природно-земляной и еще и воздушный? Все стихии прям, профессор. Ё-моё, это ж теперь мир в опасности. Интересно, как они превратились в стихийных мультяшных псов? Очень интересно, кстати. Бобби, свяжись со штабом. Спроси, так, мужики, что нам делать, есть ли у них какие-то данные? Ага. Прием! Прием! База, ответьте, это я, Бобби. Прием, как слышно? Я хочу вас узнать. У нас произошло ЧП. Все мультяшные монстры Тревора Хендерсона, псы, разбежались куда-то. Не могли выдать координат, пожалуйста? Ага, ничего себе, я понял, все, понял, принял. Ага, мой. Короче, мужики, слышите? Но! Они, короче, разбежались по миру. Но! Вот, надо поймать их. Ну, все понятно, координаты скинули? Конечно, скинули. Ну все, тогда по тачкам, и сейчас, ребятки, будем ловить мультяшных, стихийных, псов, страшных и опасных монстров Тревора Хендерсона, парни. Ну что, поехали? Газу, профессор, быстрее. Бобби, скинь мне тоже координаты. Да, да, да. Перешли там сообщение. Ага. Давай. Скинул вам и доктору Андрею. Спасибо. Фоня, ну чё, где-то тут? Да, там, смотрите, все горит, походу, ты его рук дело. Короче, это, походу, огненный, блин. Давайте поймаем сейчас огненного. Ребятки, приехали ловить стихийного мультяшного пса. Похоже, здесь вон огненный. Он. Где? Вон тут он. Столько людей мертвых, все дома горят. Так, не понял. Это серьезно огненный? Стихийный? Капец. Мультяшный пес, ё-моё, открывай огонь, мужики. Отбой батарея! Ё-моё! Ничего не видно! Это торнадо огненный, блин! Давай, открывайте огонь, парни! На-на-на-на! Ай, помогите, прикройте! А где он? Где? Я вот не знаю, он, вот он растворился в огне, что ли? Я думал, он, блин, сливается с огнем, реально! Давай-давай-давай-давай-давай, погнали, погнали! Сливчик! Это просто жесткость, ребята, это просто невероятно! Это unbelievable! Это его безумие! Его не видно, unbelievable! Вот он, вот он, вот он! Тут все в огне! Парни! Я вылетаю, помогите, это торнадо! Парни, водичку. Я в воздухе! Спускайтесь, профессор! Стреляю, стреляю, парни, стреляю сверху вниз! Не знаю, дайте информацию! На крыше! Я понятия не вижу его, где он, на крыше? У наших машин, мужики! А, вот он, у наших тачек, давай! Открыть огонь! На, блин, зажал! Максимум огня! Я помогаю, парни! Давай! Yes! Так, смотрите! Как только мы его убили, он принял обычную форму мультяшного пса, парни! Сбросил шкуру. Так, сейчас я проверю. Так, это очень странно. Каким образом, я повторяю, они превратились в этих стихийных мультяшных псов? Как так получилось, а? Блин, без понятия, профессор. Там надо делать очень много этих анализов, тестов и тому подобное. Но как-то не странно это получились, эти способности. Так, ладно, давайте сваливать отсюда. Одного устранили, осталось еще трех поймать. Постойте, профессор. Чего? Тут еще сигнал есть, очень сильный причем. Какой сигнал? Это Бобби фоняет, фуняет и помехи от этого. Не-не-не, профессор, тут что-то более серьезное. Тут еще, походу, смотрите. Чего? Трясет. Землетрясение, походу, здесь. Природно-земляной мультяшный пес. Так, ну-ка, давайте, сигнал идет от города. Так, а мы где?
Ну, от центра города, профессор. А, понятика, ну давайте пробираться. Бобис, иди посмотри, может там действительно какой опасный мультяшный пес, а? Иду, иду, мужики. Давай, давай, а то, блин, Андрюха тоже как псина уже стал. А, понятно, парни, все ясно. Тут еще смотрите, сколько камней, это, походу, реально рук его дело. Ага. Блин, это, может, действительно стихия природно-земляного эти камни призвала, блин? Где он может быть? Не знаю, парни, я уже где-то в центре. Вот, дальше идем, парень. Тут, смотрите, какие-то трупы валяются. Так здесь трупы каких-то пацанчиков. А вон а вот он! Он нашел! Че, парни, открываем огонь! Давайте с РПГ на раз-два-три! А раз, он два, решил три! Удачи! Стреляй! Блин! А, перезарядка! Емоу! Ой, йоу! Йоу! Давай, давай, давай! Стреляй, пацаны, по нему! С РПГ, я думаю, его возьмет! Да, да, да! Что трясет? Сейчас возьму РПГшечку! Прикрывайте, пожалуйста! Это от него такие землетрясения! Да-да-да-да-да, от него именно. Просто у меня сердце бешено бьется, я думаю, может, из-за него тоже, блин, так сильно. Может быть, из-за него, профессор. Так, давайте, парни, погнали! На, а что происходит? Он прям очень сильно трясет. Офигеть, у меня аж прицел сбивается, я не могу попадать по нему. Он специально сбивает наши ракеты, чтобы мы не попадали по нему, ага, походу. Это точно, он специально делает так, чтобы мы стреляли мимо, но мы же самые меткие люди в этом мире, погнали. О, зафигарили его. Куда все его? О, шкурку сбросил. Абсолютно так же снял шкуру. Ладно, мужики, не будем здесь задерживаться, мало ли будут обрушения зданий. Погнали по следующим координатам, оставляя его там. Да я забираю у него ДНК, чтобы, если что, потом можно было делать тесты всякие, иду. О, ты гений получается. Конечно. Ну потом их протестируем, как всех поймаем. Все, побежали. Побежали. К тачкам и едем далее. Вперед, если там, конечно, тачки-то остались вообще. Остались, живы, целы, орлы, погнали. Отлично. Блин, а где моя машина? А вон там на берегу, людей, конечно, жалко, но ничего. Да ладно, бывает. Новые родятся. Все, выходим, мужики, приехали. Угу. Так, здесь получается где-то тут. Проход закрыт, блин, фиг знает, что делать, парни. А тут лестница есть. Так, ну давайте я первый тогда полезу, страхуйте меня, застрахуй, давай, братуху, давай. Застрахуй. Давай, бобезяк, страхуй, профи... А, он уже залез, понятно. Мужики, давайте, тут еще вторая лестница. Ага. Так, смотрите-ка, наличие псов не наблюдается мультяшных, но наблюдаются какие-то другие псы, мужики. А что, обычно собаки служат этим мультяшным псам? Я не знаю, там что-то взорвалось, парни. Так это Бобби с ракеты стрельнул. Бобян, неплохо, слушай, вот это мощь. Да, вот трехочковый парни. Так, может где-то в хате, слышите, наши стихийные мультяшные псы, блин. Давайте обыщем все. Ай, кусают, тут обычные. Что там? Ё-моё. Заходи, Бобизяк. Обычные псины, блин, капец. Я пойду на втором этаже, парни, посмотрю, слышите? Давай. Так, на втором этаже чисто, пусто. Видимо, ошиблись координатами, мужики. Да не-не-не, давайте тут еще места есть, давайте все обыщем. Ты уверен, что мы прям сюда приехали, куда надо? Без понятия, ну, давайте проверять. Так, тихо! Смерч где-то! Ё-моё! Парни, походу мы близко! Значит, да, мы приехали куда надо, профессор. Ага. Возможно, здесь воздушный мультяшный пес, парни. Скорее всего, мы реально близко, блин, ищите его! По это действительно по жестко. Так, ищите по хатам. Можно маяки? Нашел! У где? Меня! В хате где стоял! Моё? В гараже! Давай, давай, открывай огонь, капец, парни! Это просто ё-моё невероятно! Давайте, 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 стреляем! А у нифига он себе сейчас на яме на маяк залезет! Это точно, кстати! Он же может ползать! Ага! Так, давай, парни, попробуем, слышите! Затащить его в ловушку и расстрелять! Ловушку Джокера! Давай, погнали! Открывай огонь! Вот сюда, да, затащи. Профессор! Ай, это... Затягивает! Торнадо, оно меня затягивает, заманивает! Фух! О! Отлично, мужики! Фух. Так, Андрюха! Сука. ДНК! Собирай ДНК! Я беру! Давай, максимально много, чтобы на всякий случай! Ну, самое большое количество ДНК, Андрюха, в попе! Так, да-да-да-да, я знаю, профессор! Так залазь ему в попу! Да я уже залез! Получается, ты в попы залез ему! Не, Simple Dimple! Все, дело сделано. При чем тут Simple Dimple? Ну, попы, Simple Dimple, вы что, не в хайпе, профессор? Бобян, ага, поехали отсюда. Какой-то сквиш, Андрюха. Да, полный сквиш. Да? Поехали ловить последнего водяного. Да. Куда это мы, парни, приехали? Это точно правильно? Ну, вообще, да, по данным, тут какой-то каньон, что ли. Что делает водяной мультяшный пес?
пустыне, да, Бобби? Аккуратно, мужики. Это лед, это его возмездие, я трясю, йоу! Заносит на поворотах, блин, ну странно, что он в какой-то пустыне в каньоне, хотя водяной, должен быть в океане. Ну да. Странно. Парни! Чё-чё-чё? А может он осушил всю воду и в себя принял? Может быть. Ё-моё, тогда он очень опасный. Он очень сильный, походу, стал, блин. Ай, заносит! Бочком, бочком, профессор! Давай газку, блин. Смотри, походу, правильно идем, прям по ему следу, по ионому. Ага, кто последний, тот лох. А вон он! Вон он! Вот он, так, парни, ну-ка, давайте, водяной! Тормозите. Выходите, смотрите, вот он, водяной мультяшный пес. Профессор, ага. Машина Но... уехала. Да ничего страшного, я, парни, открываю огонь. Аккуратно, мужики. Пошла жара! Да, блин. Ё-моё. А, отдача сильная, не могу справиться, мужики. А я не могу идти нормально, потому что по льду катаюсь. Так, парни, я его сейчас зажму с минигана. Давай, давай, давай. Пошла жара! Не попадаю. Профессор, вы что, безумный какой-то? Ну он так меня сбивает, парни, блин, я вам клянусь, а это не я. Давай, 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 зажимай его. Парни, чуть-чуть осталось. Давайте с RPG. Давай, 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 давай. С минигана его, парни, капец, он мощный. Ага. Так, осторожнее, профессор. Кокнули. Так, ДНК бери. Так, быстро, 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 быстро. С водяного тоже водяная шкура спала, стихийные эти мультяшные псы. Как они стали стихийными, мне очень интересно, надо будет выяснить потом. У меня есть одна теория, существует странная аномалия, которая превращает все живое в стихии, но это всего лишь теория, я не уверен. Так, 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 все, в попыт залез, теперь можем ехать, короче. Все, дело сделано, Бобби, это, свяжись со штабом. Ага, сейчас. Скажи, мы поймали, мир в безопасности. База. База, прием. Мы всех поймали стихийных мультяшных псов, да. Мир в безопасности. Скажи, что едем на тестовый полигон. Ну мы да, едем на тестовый полигон, да-да-да. Ага, все, давайте. Все, мужики, сказал. Отлично, ну а мы, ребятки, отправляемся на тестовый полигон делать кое-какие эксперименты. Ну а на нашем тестовом полигоне мы будем узнавать, какая же стихия самая сильная, какой из мультяшных псов будет самым-самым могучим. Итак, ребят, сейчас у нас будет мега-битва природно-земляной стихийный мультяшный пес. Дальше водяной мультяшный пес, воздушный и огненный сразятся в гигантском побоище, в легендарной битве. Это будет действительно интересно, парни. Вот давайте ставочки поставим. Бобян, как ты думаешь, кто одержит победу и выйдет победителем в этой стихийной битве? Я думаю, что водяной. А ты, Андрюха? А я поставлю на землю, земля-мать. А я поставлю на огонь. Ну что, рванули тогда, профессор? Давайте, 3, 2, отойдите оттуда. Отлетите, чего вы, парни, там встали? Мы хотим посмотреть. Давайте, 3, 2, 1. Так, 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 пошли стихии. Огненный, ё-моё, давит, огненный. Давление пошло, что происходит? Я не знаю, они бегут. Этот водой пукает, смотрите, водой, водой попукал. Он описался. Да, сразу лед под себя. Пошло торнадо, друзья, все стихии активировались. У всех беда, суета. Офигеть. Гроза, молнии, что происходит? Я не понимаю! Апокалипсис! Они еще дерутся, мужики! Все стихии столкнулись! Нифига! Водяной! Водяной всех убил! Пописал и затащил! А как так? А как так? Водяной всех уничтожил! Нифига себе! Вот это стихия воды! Вот это да! Вот это просто невероятно! Уу! Парни, улетай! Цунами! Так, быстро наверх, и ситуация под контролем вышла. Капец! Выходим, парни, из цунами вылетаем. О, а тут хорошо, кстати, наверху. Фух, блин, он ультанул цунами. Ну что ж, друзья, самый мощный стихийный мультяшный пес получился водяной. И мы надеемся, что такой видосик вам понравился. На этом наш увлекательный видеоролик заканчивается. Подписывайтесь на канал Пэтсиков, ссылочки найдете в описании. Называйте про лайки, про колокольчики. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Да, чуваки!